я снова вас приветствую, и сегодня у меня, как всегда, полезная самоделка. А для моей полезной самоделки мне пригодится вот такая вот сетка. Сетка из подвоздушного фильтра грузовой техники. И если же вам интересно, что у меня получится, то давайте продолжим просмотр. Ну а для начала мне нужно будет взять эту сетку и при помощи вот таких вот ножниц нарезать вот такие вот квадратики. Вот нарезал я вот таких вот 8 квадратов. Ну а теперь мне еще пригодится вот таких вот две шайбы, болт с гайкой. Теперь все квадраты сетки мне нужно будет одеть вот на этот болт. Ну а теперь я одену шайбу и зажимаю гайкой. Ну а теперь я подровняю все края при помощи болгарки. За пару минут получился у меня вот такой вот диск на дрель, при помощи которого можно зачищать ржавчину и краску. Давайте же его проэкспериментируем. Ну что, друзья, пару минут повозившись в гараже, и у меня получился вот такой вот диск для зачистки старых лакокрасочных покрытий и ржавчины. И если же вам понравилась моя самоделка, то не забываем ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями и жать колокольчик под видео. Ну все, друзья, всем до новых встреч!